Начальник по работе с личным составом ОМВД России по Одинцовскому городскому округу подполковник внутренней службы Галина Демьянова посетила Звенигородский колледж. Встреча прошла в рамках акции «Профессия полицейский», направленной на профориентацию молодежи и популяризацию работы в органах внутренних дел. Галина рассказала учащимся о специфике службы, направлениях деятельности в органах внутренних дел, а также об основных требованиях к кандидатам при поступлении в высшее учебное заведение МВД России. Ребята смогли задать лектору все интересующие вопросы.